Алле, у смартофона. Кто? А кто это гамадрит? Не в мою смену. А кто это гамадрит? Ты случайно не автосоветчик? Легко. Я уже в сапогах, скороходах. Опа! Вылечился. Заземлился. Да, принимать таблетки строго по одной. Я помню. Ну, тоже спортсмены. Но спортсменам нельзя. Гнездилову-то можно. Ух ты! Скотина, вижу. Ты знаешь, сколько эти дубли стоят? Я тебя посажу, сволочь! Что за жизнь, а? Ну что за жизнь? Да. Я все придумал. Я придумал, как взять заказчика во время педерачи денег. Ух, педерачи. Ну-ка давай насыпай. Он, короче, появляется. А его хлобык на него сразу специально обученную сеть. И все. Отлично. Доставай сеть, пошли. Недостаток этого плана. Сети нет. Слышишь, это тонкие нотки жасмина с белой... С кем я разговариваю? Все, идите отсюда. Идите на. Я же чемпиона, что ли, по дегенератизму, а? Догнать, обогнать и упустить, что ли? Ну, оно просто так, оно... Смешнее? Да. Когда бы... А ну, иди сюда, иди сюда. А ну, договни. Ага, договни, договни, ага. Падла. Сыт. Сыт на меня, ну точно. Обоссал. Лена? Нет. Ну, слушай, там такой, где тут туалет? А ключ у тебя есть от него? Нет. Игорь, из унитаза не пить. Ну, так как пойдет. Никого не с места! Одно лишнее телодвижение, и у меня в башке дупло. Вы кто? Я твой самый страшный комшар. Я вот таким себе его и представлял. Пора. Подожди, подожди, подожди. Жду. Не торопись, у меня сейчас вестрия одна на подходе. Вот, а? О, вот по ней будем работать. Я сейчас тебя догоню и догоню тебя. Солгашин, давай так, я иду на компромисс 50 на 50. Заказное самоубийство. Да, или убийственный заказ. Пасть закрой. Ого. Это я не тебе, я это твари. Это. Ну что ты, дембилу, мне все понятно, это самоубийство. Это сердечный приступ. Леша, какой сердечный приступ? Это самоубийство на почве несчастного случая. Ты же не знаешь этих спортсменов, нажрутся всякого говна и тонут. На! Барахло свое взад! Не работает оно ни хрена, в лежачем положении вообще ни хрена не работает. Есть у тебя этот... дезодорант? Зачем появляется этот чел? А я такой, хопа, вытаскиваю ствол и два раза в ногу себе. Шмак, шмак. Гениальный план. Пистолет есть? Есть. Нога на месте? На месте. Все, работаем. Я только не понимаю, зачем я это буду делать. Неважно, план хороший. Хороший? Игорь, да. Ну так, ну ложишь? Это же, что я понимаю. Вот это пойдет. Это же я вижу, что пойдет. Сразу можно было дать. Мужики, мужики, где тут спасать нужно? А че жопа там? Да, чтобы преступников не вспугнуть. Мы приехали склад с наркотиками драть. Так вы менты. Я ясен, грач. Ну прекрати истерику, ну пометил пес территорию. Я тебе, Ленка, не территория, я человек Гнездилов. Кроссовки жаль. Меня тебе не жаль. Меня Клава теперь костреет. У меня еще один вопрос. А, так это кошка мне в туфли навалила. Нет? Да. Да, я, естественно, я ее наказал. Так это животное, падла, значит, дождалось, пока я, значит, засунул. И во сне взяло меня и нацарапало, тварь. Ты, случайно, не спишь? Алло, тренер? Алло, тренер? Да, Игорь, алло. Да, тренер, это Игорь. Вы приготовьте там, ну, чтоб, как я люблю, я приехал, все приготовлено было. За дело взялся лучший сыщик города, легенда сыска. Супер. А кто это? Ты же охренел, что ли? Это я, капитан Гнездилов. Меня тут все знают, им боятся.
Да, да так и не скажешь. Ну так и все, и пасть закрой. Она! Подлец я! И все! Ну, пада! Сейчас! Да, новые! Пришлось подменять! Из-за скота вашего животного. Ну ничего, скотина. Я на него в суд подал. За домогательство и за политическое обследование. Ну не скот, а ну скотче! Слышишь, подлица кобыта прибрал. Тамара! У меня к вам один вопрос. Простите! Прощаю! Тамара? Пошел вон! Скотина! Падла! А ну иди сюда, я тебя кое-что откушу сейчас. Игорь! Это, Игореш, передоз бодричка отвыл. Нет, мой дорогой. Это медуза Бурбона. Она превращала людей в камни, а вольный каменщик у нас кто? Мусоны. Вот и все, дело открыто, Дарюха. Любовница завелась и левши? Че, при чем здесь? Нет, это подружка завелась. Завелась подружка, короче, кошку, но оставила она нас. А эта тварь меня как взяла, не взлюбила? Я не понимаю, почему. Почему, Игорь? Тебя же все любят. Вот именно меня. Как тебе таблетки? Таблетки, Тихо. Я говорю, ах. Ах, какие таблетки, мне бы такие, да. Да, вот это Ленка дала, я тебе да. Говорю. Мне не то, что спать, мне наоборот. Я сам на тебя смотрю, мне наоборот хочется. Да, фрак я не люблю, а вот тапочки классные. Скажи, клевые, в переходе купил. С бомжа снял. Да, с бомжа снял. Там еще песики были, ну, сам понимаешь, песики у меня в печенках сидят. Самая ядловитая медуза в мире, херес-ферес, ты увозил, а? Ты? Помогите. Добивай это говно. Без тебя, как без Игоря. Тебе что-то Клава звонит. Алло, что ты мне звонишь? Я на работе. А, это я тебе звоню? А, да. Да я соскучился, просто так поболтать хочу. Как у тебя дела? Вот этому повезло, конечно, что он на тебя нарвался, потому что у меня был план... Опергруппу вызывай. Давай. Оставь. Гнездилов где-то потерялся. Не буди лихо, пока на тихо. Я не лихо! Я капитан Гнездилов! И со мной никогда ничего! Иди. Ну, прямо вот так подойти и вот это так в тупую спросить? А ты можешь по-другому, Игорь. Могу. А ты? Я могу. Но я тебя буду страховать. А это не опасно? Тебя страховать очень опасно. Ну что, мне и дембилу все ясно. Угу. Картина мельком вижу. И поза мне знакома. Я спец с позой. Угу. Поза самоубийства – факт. Догоню! Видал? 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 А теперь таблеток! Что? Что? Работаю, как с ночи конь. До утра. Раз за две недели первый подмылся. Заметно. Заметно его. Дай поспать немножко. Мне скоро на вызов ехать, а там у меня кто-то утонул. А ты где? А где я? Я не знаю, куда ты ехал. А, это я типа приехал уже? Дегенерат. Игорь, скажи, пожалуйста, в твоей опции есть просто стоять смирно, а? Да! Дегенерат. Все, встаю. Все. Там ты балласт, я и балласт. А. Я по работе и при пополнении. Держи кобеля. Да, у которого мотив, у которого единственный наследник. Что, не дебил, что ли? Да не, ну что мы будем, как три барана там, вот это, что вы вдвоем идите? Я же сказал балласт. Ух, я его возьму. Ремешок мне отдай. Да он что, охренел, что ли? Я этот костюм со склада вещдока... Украл. Да! Меня теперь за это могут... Выгнать. Да, да! Но у тебя же дядя генерал. Кстати, да. Это все ваша Ленка виновата, насунула мне таблетки. Я теперь пью и несу, несу и пью. Несушка, ты вон уже глянь, как подопух даже. Сам ты подопух.
Вот так. И я без дядя. Опа! Вылечился. Заземлился.